Дрель-шуруповерт для дома и дачи с двумя аккумуляторами в комплекте. В этом видео мы познакомимся с дрелью-шуруповертом от компании Zubr. Модель DHL-125-22. Поставляется инструмент в фирменном пластиковом кейсе. В комплекте прилагаются два аккумулятора, зарядная станция, бита и документация. Сверла, насадки и дополнительные биты придется докупить в зависимости от потребностей. Дрель имеет компактные габариты и вес. Здесь достаточно толстая рукоятка с накладкой против скольжения. На внутренней стороне стандартный курок выключателя и подсветка, а сбоку кнопка реверса. В основании рукоятки по типу обоймы крепится 12-вольтовый литий-ионный аккумулятор с емкостью 1,3 ампер-часа. В передней части прибора установлен быстрозажимной патрон на 10 мм, а за ним расположено кольцо регулировки крутящего момента. Частота вращения регулируется. На выбор две ступени. Первая до 350 оборотов в минуту и вторая до 1300 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент дрели при работе в жестких материалах составляет 25 ньютон-метров. Максимальный диаметр сверления в металле составляет 10 мм, в древесине 21 мм. Подведем итог. Дрель-шуруповерт Zubr DHL-125-22 – компактный инструмент с двумя аккумуляторами и кейсом в комплекте. Прибор пригодится для бытовых задач, связанных со сверлением и работы с крепежом.